Всем привет! И сегодня мы будем говорить о хранении денег. Вы можете хранить деньги в копилке и в любое время разбить ее. Вы можете хранить деньги в кошелечке и даже в чулке. Но самый лучший способ – это вложить деньги в банк под проценты. И тогда ваши деньги будут работать на вас.